На случай ухудшения погодных условий и образования гололеда управлением ЖКХ предусматриваются такие меры, как зимнее содержание дорог, заготовка песко-соляной смеси. То есть, как только температура понижается ниже минимума, предприятия, отвечающие за зимнее содержание дорог, они как бы выгоняют свою технику и будут посыпать дороги песко-соляной смесью. Кроме того, на случай возникновения каких-то экстренных аварийных ситуаций на предприятиях жизнеобеспечения, ресурсоснабжающих, таких как водоканал, теплоэнерго, горгаз, сформированы аварийные бригады, имеются дизельные электростанции. То есть на все случаи, на любые звонки аварийные бригады выезжают, незамедлительно реагируют.